Здорово, пацаны! Меня зовут Рапин, и сегодня в ролике я купил 3 аккаунта у самых богатых мувимейкеров по стендов 2. Сегодня в ролике я обозрю аккаунт самого богатого мувимейкера, который уже ушел с игры, но при всем при этом у него просто мега дорогущий аккаунт. А также в конце этого ролика я поеду домой к самому популярному мувимейкеру по стендов 2. Он не будет меня ждать для того, чтобы я обозрел его аккаунт. Поэтому, пацаны, не забывайте о том, что 15 тысяч лайков равно новая часть этой рубрики, где я куплю абсолютно все аккаунты всех мувимейкеров по стендов 2. Это просто будет мега грандиозный ролик, поэтому все в ваших руках. Ну а с вас лайкусик, подписочка на канал и погнали к ролику! Ну что, со мной сегодня два самых величайших трейдера стендов 2. Данечек Инвестор и Арткульчик Инвесторович. Здорово, пацаны. Здорово. Здорово. Короче, это аккаунт бывшего мувимейкера, которого знают абсолютно все, но он уже давно ушел с игры. Я сейчас с ним связался, и он мне дал свой аккаунт на обзор. Монтажер специально сейчас замажет ID. Вот ваша цель в комментариях угадать, что же это за мувимейкер. Чек, у него здесь фулл легенды, союзники, элита, офигеть. Элита. Ну, короче, видно, что он в союзники особо не играет. Сколько? 5000 часов сколько? 200. Нормально, кстати. Очень порядочно, я тебе хочу сказать. То есть по статье, в принципе, по точности убийства в голову. Но это мувимейкеры. Они реально очень жесткие стоят. Кстати, видишь, он до сих пор играет в игру так периодичности. Да. Почему да. Он мувики перестал снимать, я не могу понять. Хорошо. Самое интересное, это то, что находится у него в инвентаре. Полетели. А, ну, пока что дефолтников. Фу, кстати, видишь, шарбоксики закупил. Кстати, мне, честно, уже нравится. Как вы думаете, сколько вообще шарбоксы будет стоить? Они же 1 марта выходят на рынок. Они уже, да, 1 марта. Да, да, они же дропнутся, это будет прям вообще взлет какой-то. Мне кажется, это будет полное падение рынка, потому что все будут покупать эти шарбоксы, продавать там их на рынке, продавать скины шарб коллекции, и все очень сильно обвалится, потому что люди будут покупать другую коллекцию. А мне интересно, они будут за золото или за серебро на рынке? Да, конечно, продавать за золото. Золото 100%. А если все-таки магазин серебра добавят, прикинь? Да, ну нет. Зная наших разработчиков, магазин серебра, не-не-не-не-не. Не, мои ставки, они будут стоить 3 копейки. Слушай, мне 4. Уже нравится этот аккаунт, знаешь чем? То, что тут куча пар перчаток. Ну, мувимейкер, естественно, под сетики да. Разные. Кстати, да. Да. Ой, но зимой не замерзнешь, короче. Ну хорошо. 14 пар. Сколько еще цему теперь стоит? Косарь. Вот эти нормально стоят. Косарь. Ты пропустил. 9 несанисы. 11, 12. Кстати, так себе. 13, ладно. Ну так дешманство какое-то. 18 тысяч. Пятерик. 20. Это фигня, понимаешь? Для мувимейкеров это реально очень мало. 23 тысячи. 24. Фу, что за говно? 25 Около 30-ки тут перчи только будут. Да, 28. Ну давай, да, 30 тысяч просто округлим, потому что... 30 тысяч колды, вы рубишь? Да нет, я в шоке. 30 тысяч колды есть. 30 тысяч колды! А сколько у меня ножей, мне интересно? Это же офигеть! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой! Колды инвентарь, а тут же 30 тысяч! Офигеть! Это что, мой инвентарь или что? Что это такое? Ну я ладно. Просто смотрю такой, будто бы реально куча ножей, перчаток, куча всего. Ой, ладно, что по ножичкам? Косарик, 2 косаря. А вы, кстати, видели, сколько стоит Flip Knife Stone Cold? 3, 4, 5. Подожди, а кто его бустил, не могу понять. У меня он был и не успел его продать. Скупил, да, а почему я об этом не знал? Артем, ты можешь мне говорить, когда холдик бустит? Так я сам кстати, не знал. А вы можете забустить скины, которые у меня в инвентаре? А то что-то все время бустили. Да, даже инвестор башляет, да? 3, 4. Ну слушай, тут нормально. Плюс 4 800 еще. Но пока что, кстати, уже выходит 40 тысяч, при том, что мы еще даже не все ножи досчитали. Не знаю, мне вот реально интересно, потому что я знаю, на этом аккаунте он мне сказал, что есть очень много скинов с наклейками. Поэтому то, что мы сейчас считаем, это вообще полное говно. Так, 1000, 2 плюс... Вот это реально... Я не знаю таких скинов, у меня рентар за 500 голды. Ладно, плюс 4 тысячи за эти ножички. Ооо, ни хрена себе! 20 тысяч! Плюс 20 тысяч, что добавляем? Уже 63 тысячи. Где они столько голды берут? Охренеть. Жесть. 1500, а зачем мы столько ножей? Он со всеми даже не играет, я уверен. Так. Ну это же мувимейкер, ё-моё. А ты можешь мне один слить? Какой паттерн 8-4-8? Можешь посмотреть паттерн 8-4-8? Плюс 8-500 на бабочках паттерн. А ну что, тут глазик или нет? Не, не просто, без ну, глазика, он зеленый, еще да. И какой-то розовенький, даже не зеленый полностью. Чекай, у меня в 7-9 походу есть в игре. Я уже это вижу. Вот это офигеть! Плюс 2, как-то. Я походу 2. Все ножи. Тут нету, да, наверное, тычек Harmony и Kerrygold или есть? Я вот не знаю, интересно. Я не знаю вообще, правда, мне прям но, интересно. По-моему, уже должен был быть, по-моему, он выше. Ну, короче, интересно. Remitic Love еще 7 косарей. Ну, чек, у нас уже 85 тысяч стоит аккаунт, при том, что вот, мы досчитали только вот до Remitic Love, да. Офигеть. О, я вижу снизу скинчики, все, снизу скинчики. Да, так, пошла, давай досчитаем сначала Remitic. О, кстати, RDG, у меня он в реальной жизни есть, 3,5 тысячи. Нифига себе. 136 тысяч. 35 тысяч голды. Dragon Glass, 45, 51.
69, брат, да? И 20 тысяч M9 Universe. Короче, у него только ножи и перчаток на 190 тысяч голды, вы прикиньте? Это жесть. Нормально, порядочно. Переходим к самому интересному. У меня даже одного ножа нет. Чекайте! Данечек, как тебе такой скинчик, а? Фига себе. Амурайчики 4 арканы, добрый день, это нормально. А как читать? Хвостики. А сколько стоит этот скин? Он смотрит, там видел? Тихо-тихо-тихо, давай сначала это посчитаем, сколько он стоит. Такой около 5000 где-то. Ну, он конкуренты 5800, я думаю, 5000 можно за такой скинчик добавить. Так, это что вообще за наклейки? Это арканы, не арканы? Это с нового паса, это не очень дорогие. Но, по-моему, леги или арканы, я не знаю. Ну, короче, я думаю, что 7300 можно 7000. Посчитать. Ну, где-то 7300, да, где-то вот так можно ну, посчитать. Ну, давай даже 7000, ладно, посчитаем, окей, это, в принципе, недорогие наклы. 200 тысяч уже инвент стоит. Это, кстати, по-моему, леги, если не ошибаюсь. Тоже ни о чем не... Ну, это типа, дешевые, да. Это дешевые. Окей, сколько? Больше, кстати. 2000. Почему можно посчитать? Кстати, я не знаю. Да, 2000. Вы ровните наклейки по 200 голды стоят. Уже дешевые? Ладно, Данечек. А вот этот скинчик, как тебе? Скажи, пожалуйста, а? Вот я даже не знаю, сколько за такой скин добавлять. У него еще и чармик. По сочетанию не очень, а по редкости круто. Ну, 1035 где-то, наверное. Сколько? А сколько эти наклы стоят? 30 тысяч наклы эти стоят. А сколько? Подожди, давай конкурентов поищем. Это с драгонами. А, 80 тысяч конкурентов. Ну, может 40 посчитать, я не знаю. Фига, одна такая наклейка стоит 35 тысяч голды. Офигеть. Да, Frosty Storm, да. А их тут 4, соответственно, поскольку посчитаем этот скинчик? Сам Авик стоит 3000, еще наклейки. Есть, короче, новая компания, danechekbuhalter.com. Может, я все скины посчитаю, скажу точную стоимость. А ну-ка. Ну, Максим, надо продать 1.3 Данечку бухгалтеру. Ладно, хорошо. Ну, давай 40 тысяч добавим по цене одной наклейки и самого скина. Да, нормально, 40 норм. Фига себе. 242 тысячи уже аккаунт стоит. MP7 Blizzard с 4 арканами. Как же это, посмотрите на этот сет, это просто великолепный сетик. Это сочетаемо, да, красиво. Это очень классно. Еще и чармик, я не знаю, сколько он косарик, наверное, стоит, да? А, ну, кстати, вот эта наклеечка не очень дорогая. Голды 600, по-моему, где-то этот... Ну, сам MP7 10 тысяч. Да не, ну, с учетом чармика, я думаю, 10 тысяч можно посчитать. Потому что тут, наверное, по закупу можно считать слив. Ну, наклы же еще ты считай. Ну, тысяч где-то 11. Ну, хорошо, давай 11 тысяч добавим. Братва, это что за дигл такой? Вот это, кстати, добротненький такой диглет. 16 косарей, подожди, а почем эти наклы Феникс Блайзена, я не помню. 1200 вроде, я не помню. 1200, это но... Это леги, да, но... Они не самые дорогие, да. Стоит. Но я думаю, что 16 тысяч можно и посчитать, там наклы недорогие. Или добавим чуточку. Ну, там можно даже чуть больше, там 18 где-то хотя бы, я думаю. Ну, хорошо, 270 тысяч. Так, ну, долберет я не знаю, это вообще, по-моему, говно наклейки аркановские, да? Сколько они там, по 400 голды стоят? Да, самый дешевый аркана. Ну, я думаю, 4500 добавим и все, и пошел нахрен. Да, и нормально, и нормально. Авик, это авик в точности, как у меня, чекайте. Ну, разве это не великолепно? Дрэгон красивый, да, вот тут наклейки эти смотрятся, да. Сам, арканы, да? Сам авик стоит 1500, но еще и наклы. Я реально что-то не понимаю, но где вы все такие скины берете? Откуда у вас голда? Данечек. Алло. А есть свои там стратегии, да. Не знаю, почем посчитать этот авик, если тут 4 драгона, я вот еще конкурентов. А почем один сейчас стоит? Я просто в таких наклейках не сильно. А вот тоже, давай глянем. Да, 1200 он вроде, да? Да не, драгон подороже стоит сейчас. По 3 косаря драгоны сейчас стоят, а там их 4 штуки. Я думаю, 1005 можно добавить за драгоны. Ну да, где-то там, не знаю, можно этот авик посчитать 1600. Ну 6500, да, короче. Ну где-то так. Фига себе. Тут еще дробовичочек такой с 4 мумиями. Ага. Тас Октопус. Блин, ну вот реально по факту это, наверное, самый лучший сет за сегодня. Ну посмотрите, как офигенно оно сочетается все вместе. Ну наклейки по 1100, по-моему, если не ошибаюсь. По 1100? Настолько дешево? А, реально, да, 1100. Так я думал, они 1020 стоят. Ну тогда, я думаю, 3 косаря добавляем за такой скинчик тогда. Это дешевенький, я думаю, 2 косаря считаем. Кстати, выглядит прикольно. Не, выглядит реально круто, то есть все идеально под сета подсобрано. О, это дробаш еще вроде забустить должны. Я думаю, подражает. Вот это вообще, по-моему, лютая имба. А ну-ка, почему это? Ну красиво, красиво, да. Ну это с хеллпака наклеечки по 1000. 3,5. Они недорого, он 1200. Да. Ну, я думаю, 5000 можно посчитать. Не дорого, уже 1200. Офигеть! Ой-ой-ой-ой-ой! Какие сладенькие девочки тут нарисованы. Данечек, что бы ты сделал с этими девочками, а? Так, сейчас я быстро тут этот... Опа, все, я тут... Сам авик стоит. Сколько он стоит? О, это в статреке. Ну 38 где-то, наверное, там, я не знаю, цена. Тоже мало, да? Ну, мало. Ну, 38. А почему у тебя наклушен коллекции? Ладно, 38 добавлю. У нас уже аккаунт 330 тысяч стоит, а мы только его начали листать. Ладно, мы уже половину пролистали в любом случае. Фомасик. Офигеть. Ребята, почему эти ребята? 32! Откуда вы? Такие цены! За Фомас я не могу понять. Ну, это жестко, да. Да, он не стоит столько. 33 тысячи считают.
считай ему, я вам говорю, тут на Фомасе туда-сюда, ну короче, он продается. А эти наклы, они дешевые, ты думаешь, да? 400 голды. А ну-ка, сейчас скажешь, типа, такой эмочки. Ну, красиво сочетается, да. Да, но что по стоимости? Бро, я вот смотрю на этот скин, я даже не понимаю, как его взять, чтобы его купить. Это какое-то, ну, не знаю, искусство просто. Не, ну дороже, чем 2. Где-то там около 3. Ну да, да. Ну, хорошо. Капец. Вот это, кстати, это реально уже топчик. Это сам скин 1006 стоит, да? А, просил. Да, 4. 4. Ну и 4 самурая. Ну, 1006. Да не, подожди, самурая же нормально так стоит, не? Ну, 1600. А, 1600. То есть можно самурая в 2500 добавить. Ну, 7 можно посчитать. Ну давай, давай, 6500 даже посчитаем. Офигеть, 370 тысяч. Блин, какие сеты клевые, а, просто кайф. Это дорогущие наклейки, ты чё? Это дешевые, ты рофлишь, они 30... А кому верить, дорогие или дешевые? Это арканы или нет, они переливаются, покажи. Да, они переливаются. А, это аркан! Ну и посмотри, сколько они стоят сейчас. Без очков не увидел, сори, бывает. А вот все стоит 10 тысяч. А, все, без очков не увидел, сори. Окей. Ну вот и все, дешевые наклейки. Ну, 5000 калаш, плюс 40 тысяч на клейке. Ну, это 20-25 тысяч, вот так посчитаешь. Погоди, Арткул, а ты точно инвестор? Да, Данечек инвестор. А давай быстрый тест на инвестора. Ну, давай. Ну, все? Ты в очках сейчас? Сейчас нет. А ну-ка. А, вот ты спалился, ты не инвестор. Я тоже стану в честь такого инвестором. Ян, дай мне очки. Данечек, чекай, я похож на инвестора? Ты такой больше немножко бухгалтер. Бухгалтер? Ты такой типа на стиле просто. Ну давай, короче, я буду рапенчик-бухгалтер. Инвестора. Ну да, рапенчик-бухгалтер тебя назовем пока что. Но когда-нибудь мы примем тебя в инвесторы обязательно. Ладно, хорошо. Так, ладно, сколько за этот скин считаем? 40 тысяч наклейки и 5 тысяч сам скин. 25? 25 где-то, ну да, края. Окей. 400 косарей уже стоит инвент. Вот это красиво будет. Это я знаю, это красиво. Это говно. Не слишком дорого. Это 2000 добавляем и пошел нахрен. Вот это. Ну сама МК 8. Какой 7 пошел? Пошел нафиг. Трейдер нашелся. А, кстати, смотри, вот конкурент за 13. Ну это что-то, по-моему, перебор. Как она стоит 8 уже? Ну я думаю, 12500 можно посчитать. У меня их 7 штук насик заработал. Офигеть, Данечек инвестор башлевает. Но это ты. О, кстати, вот эта МК еще должна подорожать. 4 лайна. 4 лайна, они по 1200 где-то сейчас, это сколько там? Ну, 2500 посчитаем по 1200? Все. 3000 можно посчитать и порядок. Ну, я 2500 посчитал. Погоди, а лайн 1200 голды стоит? О, это наклеечки, которые подорожали. Это жестко. А ну-ка, а почему эти дроны? 2 с чем-то, по-моему. Тин-тин-тин, 200. А ты прям все скины шаришь, слышишь? Да, они 2 косаря стоят. Фига себе. Ты прям в ценах тут гуру целый. Ну хорошо. Да, так поэтому надо у меня нет. Откуда вот такие цены? 12 тысяч за это говно. За этот прекрасный скин. Это старый скин просто, олдовый, понимаешь, с первой коллекции. Ну, 15 тысяч стоит 100%, я думаю. О, это даже... Это говнощик какой-то, не? Они же дешевые. Слушай, ну красиво смотрится, я удивлен. Ну, смотрится красиво. Слушай, дешево, посмотри, сколько кало это. Сколько он стоит? Ты че? Откуда такие цены? Алло. За что? 20 он добавляю, все, пошли нахрен. А это сколько? Тоже 1020, не? 3000. Ну, это сколько? Кстати, этот скин должен подорожать. Ну, кстати, вот эти наклеечки, почем они? 1000 с чем-то, дорогие. Тысячи и все, и до свидания. Уже! Ой, это что там снизу было? Вы увидели? Нет. Слава богу, мы это не увидели. Нет, Данечек, ты этого не видел. Так, сколько ретейшн? 22 косаря! 22 косаря? Это треки? Да. Ну, наклеечки... Наклейки, говно. Красивые. 24 посчитаем. А откуда мы умеем... Увьем мейкеров столько голды. Это даже считать не будем. Фу. Говно скин. Полторы хотя бы можно посчитать. Брат. Это 1500 голды. Чекай. Я уже вижу фэнфал лизер. 2 эспа генезис и авенспорт в2. А у нас уже на аккаунте почти 500 000. 479 тысяч. Жесть. Я не знаю, сколько за это авик добавлять. Я не знаю, сколько 4 снота стоит. И здесь еще и рипер чармик. Ну смотри, сам авик 50. За наклейки 60. Не, я тебе верю, 60 авик с наклейками. Это с чармиком? Плюсик. Не, без чармика. Чармик это плюс еще сколько? 15? 10. Тысяч? Или сколько там стоит? Давай глянем. А 17, да. Ну, короче, 76 можно добавлять. Блин, как же это красиво выглядит, чекайте. Мне не нравится. Не, что-то в этом вайбике есть какой-то, знаешь? Почему вообще это так? Не, что-то мне, кстати, тоже не особо заходит. Да пошли вы нафиг, вы зажрались. Посмотрели на дорогие скины и все. Максимум, что сочетается, это авики брелок. Для вас 500 голды дешево. Вот тут бы панишеры хорошо смотрели. Ну, о, я понял. Зажрались. Панишеры голдскулы.
что-нибудь оранжевенькое какое-нибудь, что-нибудь туда нужно. Ну, тыква, тыква там хорошо будет. Ну, хорошо, 4К добавим, и все. Давай, да. Вот это, я не знаю, фу. Ну, да-да, добрый день. Скипаем. Да, это мы тоже скипаем почему-то. Это добрый вечер. Это скип. Вы рофлицы! Ой-ой-ой-ой, а вот это можно уже посмотреть. Ну, это сколько тысяч? Ну, с нотики показали. Полторы. Ну, два косаря полностью согласен, да. Два косаря можно посчитать. Вот здесь тоже, кстати, с нотикой. Блин, классный сет, чекай. У него три скина со снотами, четырьмя. Раз, два, три. Ну да, да. Но это не сноты. Это же не сноты. Ты паука посчитай этого. Да, да. Чувака рядом. Слушай, давай, а сколько вообще паучок стоит? А, 25, нифига. Давай 25, и со сам Дигл, не знаю, ну, 1500, думаю. А вот дальше два интересных. А вот дальше, вот это вот, да. Вот это уже кайф. Прям знаете, под ваш задний фон. У вас обоих задний фон фиолетовый. Прям круто подходит. Блин, тут я даже не знаю, сколько. 45 где-то. 45? А давай конкурентов пощекаем. А, ну вот 48. Ну да, 45, ты прав прям полностью. Фига, арткул. А я знаю, я не мыслы. Данечек инвестора. На бухгалтера. Данечек инвестора, пора сдавать позицию. Не-не-не, пока хорошо. Что проверяем арткульчика на инвестора. А ну-ка, арткульчик, а сколько этот скинчик стоит? Давай, это проверочек. Это недорого. Ну-ну-ну. Этот сколько? Ну, блин, 30. Не 30? Знаю. А ну-ка. Ну, где-то так. Так, смотрим. Ну, какая ему цена? А конкурент вообще нет на рынке, кстати. Так, понятно, нету. Ну, там 36 первый слот, но это что-то... Ну, не, окей, где-то 30-37, может. Ну, почему эти Дракулы? По косарю, да? 1200 что-то не стоит? Они по-моему. А, 1200, да. 1300. Ну, я думаю, косарь голды можешь добавить, по 30 тысяч посчитать за юспик этот, и все. Ну, типа, ну, это я и говорил, такую цену. Да, да. Ладно, вот это, кстати, я не знаю вообще, сколько стоит реально. Сколько у нас финфал? А! 21 где-то. А, говно, 20 тысяч всего лишь. Так, чисто на завтрак. Залазил тобой, бро. Уже и 20 тысяч для вас мало. А, все, это весь инвестор. А, он еще и хпшечки, смотри. Да-да-да. Тоже можно... эксклюзивность для инвентаря. Не, не будем юзать. Но еще 1500 у него на аккаунте лежит, это мы тоже считаем. И... смотри, на рынке, может, что-то. А, кстати, что-то запрос на покупку какие-то стоят. А, вот как вы заработали ваши скины. Так, а ну-ка, а что за эмочка? А, с четырьмя ногами. Фига себе! Ну, я не знаю. Красивая, слушай, ну 4000 где-то. Хренали, а сколько здесь наклейки стоят? Ну, а почем быки, посмотри. Да быки, они же вообще дешманские, а не? Да чё? А, ну по 2500, да, за 4 можно посчитать. Ну вот. Короче, вы готовы услышать итоговую сумму вот этого аккаунта? Он, знаете, кажется небольшим. Ну, типа, чекайте, ну, вот и все. Ну, реально, ну, объективно, да. Небольшой аккаунт. Ну, так, на перекусик, да? Короче. У меня тоже такой небольшой аккаунт, ну. Этот аккаунт в сумме. Ну, вот, сколько вы думаете, вот примерно, кто будет ближе, тот получит 1000 голды. Вот, давайте так. 700 тысяч где-то. 750 тысяч. Дай мне, чекай, инвестор снова залутал голдишечку. 688 тысяч стоит этот аккаунт. Вот он, Данечек инвестор, на, нафиг. Нормально. Ну чё, Данечек, заходи, давайте это быстренько сейчас рюскинчик какой-нибудь дешманский. Я не знаю, там много оттыкнул. Давай, Данечек. С этого аккаунта. Главное, чтобы никто не узнал. Готов, Данечек? Небольшой questions, у меня нет голды на этот скинчик. Ну, так и быть. Ну все, если мы... Да ладно, замышляю. Как говорится, погнали к моему личному аккаунту. Кстати, у меня часто спрашивают, где же лучше всего поднимать голду? Конечно же, на Булдропе. На Булдропе недавно вышло межпространственное обновление с новым батл пассом, обменником и, конечно же, с новыми кейсами. За открытие новых кейсов ты получаешь скибидишки, которые впоследствии ты можешь обменять на топовый дропщик. Кстати, при пополнении используйте мой личный промокод на плюс 23% к пополнению, а также держите еще один промик на новые кейсики. Ссылочка на Булдроп будет в закрепленном комментарии и увидимся на Булдропе! Вот мы пришли к моему личному. Чекайте сразу же булатные медали. Абсолютно все медалики есть в игре. Кстати, здорово, Гесасик. Здорово. Здорово. Привет, чисто. Есть все медали. Медалечка чисто по твою футболочку. Оп, ни прям... одной медальки нету, которой нет в игре. И даже чек, у меня даже две одинаковых медальки здесь. У меня, кстати, таких 6. У меня 4 всего лишь. У меня одной. У тебя каждая медалька игры? Да, как мне нравятся абсолютно. Вот эти медали, ассистенс, вот это вот. Я в игру играю 6 лет, и вот чекайте, тебя... ну, профиль, и 18-го года, и чуе, и вот это вот 2 ерц есть, все, вот это есть? Да, да. Да. Профиль предлагаю не чекать, у меня профиль тут говна полный. Легенда. У меня тут элиты, я не хочу это вам показывать, это говно еще полное. Да забей, это напарники, тут такие 4500 часов, это все часы не на рынке сыгранные. Вам тоже, когда Глобал показывает, говорит, у меня говно звонка. Есть такое. Ну, это, короче, профиль у меня, честно, дефолтный. Ну, я думаю, у каждого, типа, ну, 4-500 часов, тут нечего смотреть. Самый лучший клан в мире, это плюс 100 тысяч голды к стоимости аккаунта сразу же. Ну, 40 тысяч уже. А, кстати, да, записываем сразу же. 40 700 голды уже есть на балансе. О, кстати, реально. Так, ну что, вы готовы переходить в инвентарь? Вы сейчас офигеете просто. Мне интересно. Я, честно, никогда в жизни не считал, сколько стоит мой аккаунт, даже приблизительно. Для меня это сейчас само будет очень интересно.
интересно. Полетели. Опа, добро пожаловать! О, у тебя много предметов или что? У меня... Понятненько. Я тоже думал так сделать. Я думал сделать это в последний день. Ну, у меня просто проблема в том, что у меня 1012 просто комонок есть. 12500. Был, короче, ролик. Я хотел закрафтить одну аркану с 10 тысяч комонок. Я их закупаю, а они не крафтятся. Нет! Это жесть. Короче, я предлагаю просто отсортировать по редкости вниз. И вы увидите сейчас этот офигенный инвентарь. Помнишь, Артклуб, прошлый аккаунт? Сколько там было ножей? Очень много. Внимание, внимание на мой аккаунт. И как на него сейчас будет все ножи? Как вам? Я честно не знаю, сколько сейчас это все буду считать. Но я думаю, так быстренько пролететь, просто почекать. 10. Аутом на пике десятку недавно стоили, это было просто пипец. Я не знаю, сколько стоят вообще эти перчатки, сколько здесь можно голды добавить за них, чтобы их долго не считать? 1040, наверное. Да, я тоже думаю, потому что нейро пятерка стоит. У меня перчи 40 тысяч стоят. У тебя где-то, я думаю, не меньше. У тебя тоже все есть, и дорогие есть. У меня абсолютно все перчатки есть в игре. А, так больше, я думаю, это да. Может, тогда тысяч, не знаю. Все-все у тебя? Все-все, да. Напиши 40 тогда, или 40. 50 тысяч. Ну, давай, 50 тысяч. Уже 90 тысяч стоит аккаунт. Ножи практически все в игре. Вот здесь нужно уже почитать. 3700. 4700. Посмотрю примерно в среднем. 6, 7. Ну да, я думаю, 8 тысяч можно за фанги посчитать в целом. 100 тысяч голды мой аккаунт уже стоит. Ну, кукри, не знаю, ешманский по 500-600 голды. А, может быть, скинемся аккаунтами, купим квартиру? Кстати, реально, давайте. Будет, знаете, чисто хата ютубера. Зовем голдика. Предлагаем мне купить. Ты бы видел его взгляд. Да, печки, ну это тоже говно, они тут по 500 голды стоят, да? Я думаю, в принципе, можно посчитать. Ну, эти... Сколько? 5 тысяч голды. О, боже мой, танта 6 штук. Почем танта вообще нынче? А, по 700? Тысяча где-то. Пошел нахрен, 1000, они... Брат, не брат, тысячу стоят. Ну, плюс-минус, если других сканов, которые 1300 стоили, и плюс-минус... Ну, есть 700, будет. Ну, есть хорошо, 900, ладно. Есть 1100. Да, 6 танта, да, да, 6 косарей. О, 6 ну, косарей. Ну, вот это вообще говняшка полная, косарик посчитаем, косарь 200. Да, думаю, 1002 можно. Да-не-не-не. Кунайчики, вот здесь, кстати, интересно, здесь лучше посчитать. 1000, 2500. О, повод дорогой. 5500. 700, ну... Я думаю, короче, 1700 они стоят плюс-минус. Да, да, 7500. Ну, там только Poison, да, и Bond чуть отличаются. 127 тысяч. Жесть. А, будь здоров. Будь здоров. Значит, правда. Кстати, ну, значит, правда. Не все ножи у меня есть, я забыл. Я продал пару флипнайфов некрасивых. Вот мне только один флипнайф. Так, это интересненько. Ой, ну бабочек у меня, конечно, тут. Бабочек-то фигища, да, ё-моё. А чего? А чё бабочка так дешево стоит? Ну да, но они в среднем 1500 все бабочки стоят. Поэтому я думаю, что 1.5 на 8, это сколько? Не, смотри, кума почти 4000 стоит. Да? Смотри. А, да. Ну, я думаю, туда по 2 косаря можно их посчитать. 2, 4, 6. Ну, да. Бабочка кума 4000, я не знал, кстати. Не обращал внимания. Так, керамбитики 7. Нифига он подорожал. 10, 12, 13, 14, 15 тысяч, 18 и 20 тысяч чисто только керамбиты стоит, охренеть. Вот сейчас самое сладкое, М9 поедут. Вот сейчас, да, сейчас самое интересное. Добавится нормально, да, сразу так прилично. 16, 19, сколько? 19 плюс 35, а ну-ка. Ну, 55 тысяч, короче, считаем. Просто. 65. 72 тысячи. 72 где-то. Где-то так вот и ножи плюс перчи, да? У меня только ножи плюс перчи 240 тысяч стоит. Это жесть. Ну ладно. Нормально. Полетели тебе. Ну, блин, по скинчикам. Бро, а знаешь, сколько у меня на аккаунте брелки стоят? А ну? 470 тысяч. Это что там за брелки такие? Я просто каждый ролик у него смотрю, он каждый ролик покупает какие-нибудь какие-нибудь блэкспоты по 1 000 000 штук. Это просто, я не знаю, это вообще капец. Короче... Бро, ну у тебя, походу, есть все скины, но самое основное, это у тебя сеты, да, перчи плюс ножи. Да, да. Ну я посчитал, с фабма по М60 это 8 тысяч стоит, вот это уже более интересное. О, 23 тысячи голды. Неплохо. Но это мы даже считать не будем, это говно, это точно считать не будем. У тебя век не было красивый очень. Да. О, это ж мы считали. Да, помнишь? 10. Мы его оценивали, бро. На прошлом аккаунте он был. А сколько, кстати, блэкспот стоит? 20 тысяч плюс-минус. 20 тысяч. У тебя брелок дороже скина. А сколько это авик стоит, я не помню. Сколько мы Мне кажется, если с брелком, 1030 выйдет. 1030? Ну, давай. С брелком где-то так, да, кстати. Потому что скины с драгонами, но они обычно около десятки стоят. Как вам такой сетик, а, братва? Ну, красиво, да. Скулы тут жестче, смотри.
Да иди нахрен с этими голдскулами. Это не голдскулы. Золотые скулы. Он недорогой, я 2500 за него добавил и все, потому что он дешевле. Но он красивенький. Он, ну, без рогов он красивый. 3000. Ну тут даже наклейки дешманские, 3500 с чармиком добавлю. Эмочка, кстати, откуда имплось эта эмочка? Залетел ко мне мага на стрим, сказал, разбей 3 яйца об голову, тебе подарю дигалов рейд. Притворился админ. А подарил эмку? А подарил эмку. Такой звук был приглушенный! О, ты слышал? Да, как арбузы проверяют. Это ужасно просто. Не считается, получается. Алась, полетели. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не летел, но я... Поэтому эту эмку, в принципе, можно за 120 тысяч посчитать. Так, это... Смотри, это можно просто округлить. Вот так РТХ интересно. А, еще вот это вот. Ну вот это 2 косаря. Это почем? Ну, косарь с наклейками, да? Косарь, да-да-да-да. То есть 3500 добавляем. Ой, РТХ, МК Розетагер. Ой-ой-ой. Смотри, а РТХ 5600 ищем по конкуренту, почем конкурент стоит с 4 биохазардами. За 7900. Ну давай за 7 тысяч посчитаем, я думаю. Ну, гневато опустил. 8 тысяч, а чё, 8? 7900, ну, хорошо. Ага, 20 голды не хватает до 8 тысяч, я говорил. Ладно, окей. 7999, ну 7900. Себе позволи, да, так? Эмочка восьмерик, ну еще и чармик за косарь, поэтому 9000. Да. Это уже 323 тысячи. А, ну это говно все, я думаю, это можно округлить. А нет, стоп. Подожди, а, ну, она да. Будет хорошо. Да. На 3000, думаю, можно все округлить. Почему? Нет, там еще глок же тоже почти косарь. А, нет, да. Ну тогда 4 косаря, это все стоит. Ну да, да. Наклеечка. Ой, вот это говно мы все скипаем, это все неинтересно. Уже закончили. А, нет, это... Это голды 200-300, думаю, можно добавить за это все говно. Какой же у тебя разнообраз по... Просто по инвентарю, это пипец. Так, вот здесь уже интересненько. О, они... калаш, ой, М16. Говно. Ой-ой-ой. Вот М16, да. 4500. Вот да. Наклейки какие? Наклейки говно, дешманские, поэтому 4500 добавляем. Так, как R12 Railgun. Тоже говно наклейки. 5200. Ну, 5500. Вот калаш, это некромансер, вот это мне интересно. Я добавлю здесь 6000, потому что еще чармик косарик стоит. А вот этот калаш, история. Я его купил за 500 голды. Когда он стоил 300 голды, и наклейки очень дешевыми. Я его купил за 500 голды. Мне мой подписчик его продал. Четвертая наклейка, она будет перекрываться с этим чучком статрека. Это будет смотреться некрасиво. Да согласен! Типа нафига нужна четвертая? 1015 может, я не знаю, максимум. Где-то так. Ну да, где-то так. 15? Блин, но сколько? Ну максимум там, где-то там так. Наклейки дорогие. Хотя нет, поменьше, мне кажется. Да идите вот так, наклейка меньше. Побольше. Нет. Не, бро, не больше. Не. Так, ну это все тоже. Идеально 1012, наверное. Ну да. Ну хорошо, я. Окей, 12 тысяч. 350 тысяч мой аккаунт сейчас уже стоит. Кстати, Avic Winterspot я уже вижу, вот, красивый. Да. Ну это все говно, мы округляем до 500 голды. Avic Sport, красивенький. Давай по нарастающей. С Дракулами? Да. Я не знаю, он недорого же не стоит, да? По косарю? Ну, косарь наклейки, вот, ну просто для коллекции неплохо. Ну я посчитаю 2 косарика за него. А, вот это... Ну кругляшка! Вот это топовый Avic. Вот это уже реально кайф. Брелок. Помнишь предыдущий аккаунт, ты говорил? Вот на этом. Да! Avic, вот это красиво. Там было 3 самурая и 1 драгон. Вот. Ну там было такое, вот это красиво. Брелок 2-3 тысячи стоит. Да, 5 тысяч, поэтому стоит этот авик. Я считаю, за наклейки можно 500 голды добавить. Они, по-моему, недорогие. Вот это красиво, да. Вот видишь, это, ну, у красиво. Меня есть синий сет из закатешников и оранжевый затеров. А ты его не применил же? Или применил? Нет. Как думаешь, сколько он стоит в целом с этими наклейками? Что там по конкурентам? 10. А там конкурент, по-моему, был. А, вот, да. 10 косарей. Там выше, по-моему, был из БК. И брелок 3 тысячи. 3 тысячи он стоит? Да, бро. Охренеть, они подорожали. Так, окей. Это тоже говно. Кстати, вот прикольный сетик еще. Чекайте, как вам. Ну, да, красиво. Для минимализации прикольно. А, все, ну, типа, я так, красиво, просто добавлю. Красиво, да. Вот фабрик, что неплохой, АКРчик. Подожди, а этот ничего не стоит, да? Да, ну, он не совсем. Ой, больше. Все, я понял, да. А, это не сотрековый, понял. Угу. Да. Фабрик Шторм 800, тут еще 4 накла, они по косарю, по-моему, да, стоят. Да, нет. 1200 где-то его цена, 2500. 2500, ну хорошо, ладно, 2500, послушаю вас. Он красивый. Где-то так. Да. Вот это, по-моему, ничего не стоит, да? Ай, говно. А вот это, кстати. Просто добавь определенную сумму за предыдущие все скины. Ну, у тебя за 9 тут не аркановые, да? Да, это не аркановые, это обычные. Нет, это рарки. Я бы купил за 20 голды. О, куп трейдера! Да, просто листал рынок, попался брат, задели него? Он вроде стоит больше 20 даже сейчас. 15. А, нет, ладно. 15. Нет, так наклы, бро, наклы, что-то ж. Ну, я думаю, за вот эти вот все скинчики, вот это вот все, не считая фабрик шторм, я думаю, можно косарик спокойно смело добавлять. Тут даже 2, там 5 зоны косарик стоит только. Да, окей, да, 2 добавлю. Да. Так, это все тоже говно пошло.
прошлое. Это мы все пролистываем. Я не знаю, 1000 голды за это все накинем, за всякое говнецо. Да. Ну, пускай, да, там, да, плюс-минус. Сейчас пролистаем, потому что здесь у меня много стикеров. Нужно дорожек, самое главное, листать. Блин, будет то, что у тебя вначале граффити, скины, потом наклейки. Да. Это недорого, да? Ну, это мага бы заценил бы. Кстати, мага мне их слил за 0.3. Все мои диглы, когда он был дома. Мага только кричит, что дигл говно, а сам играет на нем. Да, есть такое. Ты реально поверил, что твои скины слил? Подожди, а в историю продаж зайди. Но это я тебе компенсирую, брат. В смысле компенсируешь? Ты мне каждый дигл компенсировать будешь? Нет, дигл не буду компенсировать. Нет, мне только диглы нужны, ножи можешь себе оставить. Я тебе себе. Да, все-таки... Ты поголовый, дигл, какие нахрен диглы нужны, а? Я за дигл, двор, стреляй в упор! Я тебе дам за дигл, двор, стреляй! Ну, короче, два костра добавляю за все скины, которые сверху были, и за дигл. О, White Carbon красивый был. Вот это вот, да, блин, White Carbon. Вот это сочетание красиво. Вот, еще сверху были там. Вот это кайф. Но это не аркановские, да, это... Ну, подожди, не двигай, не двигай, правый угол, нижний правый угол. А, вот я пропустил! Ой-ой-ой-ой. Красиво, не, ну красиво. По сетикам прям тут разносик. Сколько он стоит? 65? Ну и стикеры по 200 голды. Нет, какие 200? Они не 200 стоят. Сколько они стоят? Это они недорогие, это ж не те. Да? А это не аркановские? Вот это леги. Это не, это леги, по-моему. Но они почему тоже они? Почти косарь скоро. Они 500 будут. Где-то голды. Ну, короче, за эти три юмпика сколько можно добавить? Косарик, я думаю, да? Они недорогие. Вот где-то так, наверное, да. Ну, наверное, да. 1200, ладно, накину. Ну, тут, видите, просто много какого-то шлака. Но среди этого шлака находится моя малышечка. С которой ты не играешь. Да. Почем она? 30 тысяч. Ну, я думаю... Это 30-очка, да, где-то. Ну, я думаю, еще и чармик, он сколько, по-моему, 1040 стоит, да? Еще в смысле, его нет на протеж. Вот, значит, он бесценен. Можно 40 тысяч добавить. Блин, чармик кайфовый очень. Это за что? Это лего? Это за ММКО, первый сезон самый. За легенду в первом сезоне. Ой, я же говорю за лего, да, но это же, блин, он... Это первый сезон? Да. У меня есть такой брелок, только я в тот момент был самым начинающим игроком. У меня есть такой брелок золотой. И он под золотые скины все подходит. А, золотой. Блин, капец, да. Какие это брелки классные. Да. Раньше делали крутые. Я даже в моменте рад, что, ну, я не апнул какое-то большое внимание, а мне золотой брелок дали. О, чувствую, это надолго. Так, вот, что-то пошло. Но это все тоже говно. Не знаю, за все вот эти вот... Мне просто лень даже не дарь очищать. Посмотри, сколько у меня говна здесь. Просто шлака. Блин, это так долго нужно будет. Да, если честно, мне бы терпения не хватило бы. Я теперь понял, почему ты не очищаешь. Вот мне тоже не хватает терпения просто. На это все говно. Ладно, сколько за эти все граффити стикеры можно кинуть? Что думаете? Там их дофигища было, что ли? Это трэш, я не знаю. Ну, я думаю, два косаря. 1000 граффити по одной голде. Ну, 1000 есть. Ну, да. Там еще всякого. Ну, и стикеры всякие. 1002. Давай 2500. Все. 413 тысяч уже инвент стоит. И тут пошли вот неплохие такие наклеечки. У меня очень много сетов классных. Самурайчики. О, чекай. Где самурайчики? Да. О, порядок. Такой стоит 5000, я знаю. Пошел в жопу, он не стоит 5000. Ну давай посмотрим. Не стоит а он сколько 5000? Может... Ну сколько, по сколько самурая? Где-то? Ой, брат, ты долго будешь листать. Очень долго будешь листать. Ну хорошо. Вы, ты тоже брат, думаешь, Артем, что он 5000 стоит самураями? Почему сейчас самурай? Вот сейчас самурайчик. Полторы тысячи, 1500 вот так. Там 3500 где-то должен стоить. А ты его не смотрел. Молодцы. Ладно, 3500 за легендарный калаш добавлю. Нет, не 3500. Я чекал недавно, он стоил 4-5 тысяч. Ой-ой-ой, вот это да, еще 1500. Я думал, 1020 стоит просто. Самураями 1020. Блин, вот это тайк просто легенда, вот реально. Сколько вообще эти наклейки стоят? По косарю где-то по 500, да? Да, где-то так, где-то косарь. Ну, эту косарь, думаю, за авик добавлю. А что там тут? Вот эти два авика тоже, не знаю, ну, 500 голды. Ну, он за 9 я видел на... Вот, смотри, у тебя Акер Карбон, вот смотри. Ой-ой-ой, у тебя Акер Карбон с легендами слева есть. Да-да-да, это 4 арканы. Они 2500 стоят. О-о-о, значит, сколько калашек стоит? Ну, я думаю, 2-3. 3 где-то. Три. Еще 3. Вот Артур. То есть это говно 9. Дороже, чем самураями мой калаш, да? Вот, то есть вот это дороже этого. Не, нет. Они примерно такие же. Да охренеть, так он вообще говно, посмотри на него. Просто пальцы хочется засунуть в рот, не знаю. Брат, еще зона 9 вот Артур подметил. Вон, зона... Вот это можешь не осматривать. Вот это. Биохазард, биохазард и 3 зона 9. Это почему? Да, это 4004, да? Да, ну 1000 тоже где-то 3. Ну хорошо, 3 плюс эти все калашики, я думаю, что 1004 можно кинуть. Ну, края где-то трешка, да. Да. Дешман. Эти два авика, не знаю, тоже по дешевке что-то. Вот этот авик просто легендарнейший. Бро, вот это классно. Сколько девели сейчас стоит, ребят? 16. А этот калаш я купил за 500 голды в свое время. Это было... Трейдер, ё-моё, трейдер, здравствуйте.
Это было года 4 назад. Хорошо. Если ты за 16, ёмаё. И брелок, кстати, 2300, по-моему. Здесь стикеров на 50 тысяч получается, ровно. То есть калаш 1000 за 15. Цена такому калашу 1007 сейчас. Какой? 7? Ты чё, охренел? Я же говорил, трейдеры сраные! Ушел отсюда, дверь там, 7 тысяч говорит за этот калаш. А он еще не сотрековский, тогда да. Вы там... Дисас, ты-то куда? Так он обычный, кому обычный нужен? И что? Мне нужен? Мне посрать, я считаю за него 20 тысяч, иди нафиг. Я заберу за косарь, если хочешь. Я тебе дам за косарь. Косарь 0-1. Охренели просто. Ладно, эти три... Ну не с ним побольше чуть-чуть. Ну вот здесь зависит от шлак с наклейками, тоже я не знаю, сколько здесь их. О, ну что, ребят, рассказывай, как у вас дела? Как у вас день прошел? Слушай, ну... Как по удаче там? О, подожди, у тебя наклейки по косарю. Ну давай 1500 за все это сверху добавлю. Пока сочетание. Слушай, а сочетание какое прикольное, смотри, какой юмп. Да, земли. Не знаю, прикол, ну 500 голды, наверное, он стоит не больше. Но если каждый стикер косарь. Ну 500 это отличная цена, ну. Да, я бы забрал за 500. Для комонки, тем более юмпа, не калаш, не авик. Ну и эти сколько, ну голды 100, не знаю, накину за вот эти вот 3 скинчика. Ну да. Ну мы уже просто... Сумма 448 900. Так, у меня к вам вопрос. Сколько добавлять за вот это вот все? Брат, мне кажется, целые 2 голды. У меня индикатор лагает, я не могу до себя пролистать. Ой-ой-ой-ой. Брат, 10 голды, уверенно. О, еще шарбоксики. А вот это инвестиции. Инвестиции. Артемчик инвестор. Ну и все, мы подходим к концу инвентаря. И вот мы. О, мне твой зрять, это штука, брат! Это просто. Ну, хорош. Но сколько за это все добавим? За шарбоксы и за. Брат, ну шарбоксы очень дорогие в голды. Они копейки 3 будут стоить, мне кажется. Может, 4. Я не знаю, честно. Короче, я добавлю 1000 голды за боксы за 10 тысяч комонок. Мне кажется, нормальная цена будет. Вот эти штучки ветерана. А давай одну на ролик используем, покажем, как они вообще юзаются. Реально? Я никогда не видел, как они юзаются. Чувак, у меня вроде столько же, я ни одну не использовал. Я тоже ни одну не использовал, но ради ролика, ради вас. Погнали. Офигеть. Ну, мне очень все, стендап сервис. Спасибо огромное за просмотр. Успешно. Короче, у тебя походу просто 1000 HP прибавляется. Зайди в профиль. Блин, надо было зайти посмотреть вначале, сколько у тебя было. Ну ладно. А я в начале ролика сейчас. А давай сейчас посмотришь еще раз применение. Да, дожди еще раз. Пошли нафиг. Но у меня еще кое-что есть на рынке. Заходим, мои запросы и чекаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну юмпик обычный. Офигеть, это тот самый Юмп 45 Акри. Это тот самый, да. Это тот самый легендарный паттерн, у которого ни у кого нет. 635-й, бро, 635-й. И на нем 0 килов. Такого ни у кого нет. 635-й паттерн, ё-моё. Хорошо, здесь просто есть один чушпан, который выставлял эти паучки, я помню, штук 5 или 6 у него было. Буквально вчера по 25 тысяч он их выставлял. Кто? Да, я не знаю. Арткул, возможно, нет. А, это Джук еще наклейку Дюн руинило. Закажу наклейку Дюн, там 10 штук арткула. Так арткул мне руинил стикер, он 40 тысяч стоил. Смотрю, арткул 6 штук выставляет за 25 тысяч. Дойди на паука. Это не я. А, не я, чекай. Давай, удачи, рассказывай. Я. Опа, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Я сейчас на ролик за 2500 сливает. Чё, мелочь есть? Сколько? Можно раз, на Блэкспота еще поприкалывать. А почему здесь аватарка некачественная такая, видишь? Здесь некачественная, здесь качественная. Видите? Давай дружить. 4, 5. Офигеть. Ну, короче, 25 тысяч, думаю, он стоит, да, в среднем? Ну, да. Погнали. Паучок? Да. 25 косарей за него добавим. АКР, то я расрает. Но это необычный калаш. Просто калаш стоит 13 тысяч. Самурай? Не, брат, фу. Что? Я просто воняет бедности, понимаешь, самурая. Смотри. Я пошел, походу. Вот этот калашик. Слушай, это эксклюзивчик. Каждая наклад 20... Какая в жопу? 25 тысяч они стоят, каждая. Ну, там просто их скупить чуть-чуть, и их очень мало будет. Это прикольный калаш. Это прикольный калаш. Ну, кстати, глянем, почему вообще эти стикеры сейчас на рынке? Реально, вот. Ты просто... 28 уже. Смотри просто. 28, нифига. Да, их... Вон, смотри, 11. У меня была одна такая наклейка, я на ролике подарил ее Вели. Ну, смотри, да, если два стикера купят, уже будет 30. Еще штучек 5 купят, уже будет 40. Еще одну... Еще один уже 100 миллионов. Осуждаю эту аватарку. Хорошо. Сколько считаешь? Это калаш. Ну, 58 тысяч, как ты выставил. Сколько ты выставил, это да, в целом, ну, это... Ну вот, 58. Ну там просто по конкурентам я смотрю. То есть там конкурент у меня ближайший вот стоит за 58 500. Ну да, 58. Ну типа, пускай, да.
Ну ладно, давай 58 тысяч добавим. Итак. Все, полмиллиона, братан. Общая сумма аккаунта. Давайте по традиции. Кто угадает ближе всего, тот лутает 1000 голды себе на аккаунт. 500 тысяч. 500 тысяч ровно, да? Гесас, называй 500 тысяч и одну голду, и ты выиграешь. Я понимаю, что там точно больше, потому что... Ну ладно, 501. Реально? А если реально подумать, я бы сказал, наверное, 521 тысяча. Артём, у тебя есть шанс поменять свое решение. А, тогда я тоже. 514 тысяч. 521. Я не меняю тоже. Общая сумма аккаунта. 532 тысячи и 900 голды. И Киса забирает косарь голды. Тёма, второй раз. Второй шанс. Кстати, неплохо. Я не ожидал, что мой аккаунт столько стоит. Это если, в принципе, продать, то можно купить где-нибудь квартиру себе. Где-нибудь. На улице. Так, на улице. Телепатия. Ну что, ребят, мы уже приехали к дому Бэкская. Погнали. Не знаю, надеюсь, он не спит и мне откроет. Антон, Антон! Здорово, пацаны! Антон, как у тебя настроение, как у тебя самочувствие? Время видно? 4 часа утра. Ну, ночи. Я мимо тебя проезжал, думал, да ладно, заеду, обозрю твой аккаунт немножко. Он собака спит уже. Ладно, погнали смотреть твой аккаунт. Что у тебя за звание? Рейнджер, Феникс, Гол 2? Тебе не стыдно, мультимейкер? Ты дальше полистай. А дальше нам не нужно. А ты дальше полистай. Ты дальше полистай, что ты рофлишь? Да потому что софтеры играют, посмотри. Ну и что там? Глобалы у меня. Ну, по-любому, обычные. Но это было давно, знаешь. Раньше вот ты был классным мультимейкером, сейчас ты уже сдулся. Какой у тебя КД? 2.13. Я играл с телефона, потому что с самого начала. Все, тише. Смысл мне тут смотреть на аккаунт? Вообще-то по медалькам тоже бомжара какой-то. У меня все медальки за каждый год. Да, походу не тот аккаунт начал обозревать. Ну, как говорится, начинаем с самого смысла. У меня аркановский всех пасов. Ладно, погнали в твой инвентарь, но... Это все! У тебя так мало перчаток, что понимал, просто у меня 20 плюс, у меня все перчатки в игре есть. У меня 50 ножей. Вот его аккаунт. Три. Вообще, у тебя сколько ножей? У тебя получается 6 ножей, потому что две пары у тебя ножей одинаковых, фэнгов, 3 долдаггеров. Каким играешь? Да, как потому что мойки я... записывать? У меня были все ножи и все перчи в инвентаре. Вот, знаешь, все перчатки и почти все ножи. И куда они все делись? Я их продал, потому что я с ними не играю. Зачем мне тычки? Я их тоже продам. Я играю с фэнгами, потому что фэнг это топ. Брат, на мувиках даже должен быть М9 хотя бы. М9 офигенный нож. Где кунай? Кунай на мувиках офигенный. Но если мне надо, я беру и покупаю, потом продаю. О, я понял. Понимаете, скины реально абсолютно нежны. Вот мой инвентарь доказательство того, что не нужны скины для того, чтобы хайпить, блин, мувики жесткие делать. Дробовик какой-то бомжалский. Что это за? Это статрековский спас! Аркана! Ну, дробовиков вопросов нету, а где наклейки нормальные? Вот чекай, сюда можно было офигенно наклейки повесить. Мэнчик, я нищий, у меня нету наклеек. Калашку это тоже. Что это вообще за говно? Ты сочетание вообще калаши нормальные знаешь? Ну, можно было, ну, самураю сюда повесить. Антон, ты зарабатываешь на мувиках, ты должен вкладываться в контент, вкладываться в свои скины. Ой, ладно, давай хотя бы посчитаем, сколько тебе эти перчи стоят. Ну, самый бомжатский вообще, самый дешманский перчи. Ну, некрасивые. 600 голды, 2600, ладно. Это 200. Самые красивые перчи, да, зеленые. Это вообще говно какое-то, 3200, говно, 5000. У тебя перчатки в сумме на 6200 голды всего лишь. 6200, это очень мало. Антон. Какая разница, зато они красивые. Да у меня один юсп 30 тысяч стоит. Ну круто, но зато эти красивые. Ножи 1200 голды, 1300, это 2500 давай добавляем. Напишите в комментариях, если вы считаете, что вот эти вот если у тебя крутой инвентарь, это не значит, что ты крутой. Тебя полный скин вообще даже не продают. Я как крутой без инвентаря своего, дорогого. 2000. Это тоже не продается. У тебя просто полные ножи даже не продаются. Ладно, думаю, в сумме эти ножи. Я открывал гифтбоксы. Нормально у тебя сейчас голова? Я Хэллоуин. Ты башкой своей думал, как это делал? Контент. Хэллоуин. Ну ладно, добавлю еще 5000 за ножи. Получается, у тебя ножи и перчи 15 тысяч всего стоит. Это супер мало, Антон. Супер мало! Ну, у меня, у меня перчи ножи стоят, ну, больше 100 тысяч точно. Ну, блин. Ну, даже больше 200. И что? Ну, хорошо, дробаш, не знаю, 300 голды. Ну, это вообще фигня полная. Ну, сколько дробаш будет стоить спаса? Ну, 1500, наверное. Да какие нафиг 1500? 1000 он будет стоить. Ну, 1000, ладно. Ну, 1000. Ну, ладно, прости, пожалуйста. Дигл тоже. Что это? Почему ты себе нормальный дигл не возьмешь? 18 тысяч, это очень мало, Антон. 20 тысяч голды, это уже все самые твои дорогие скины прошли. А в Мнебл, сколько он стоит? Косарь голды, да? Косарь 400, ладно. Самурай, 200 голды. Ну, пешка с наклейками, не знаю, ну, сколько там эта наклейка такая? А, ну вот, по рынку 435. 380, а, вообще дорогие скины будут? Это все стоит, самые дорогие? А, не, подожди, Фабрик Шторм. Так он стоит. 800 голды еще добавляй, ладно. Три калаша 12-х, ну, 350 голды они стоят в сумме. Ну, ладно. Авик этот, не знаю, сколько он с батл пасса будет стоить. Мне кажется, он в районе, ну, что-то, ну, 600 голды. 200, я думаю. Лего. 200? Ну это лего, не статрековская. Ну, мне даже лучше 200 голды. Мне даже лучше, как будто тебе цель, чтобы у меня был интер дешевле. Ну, вообще-то да. Я хочу, чтобы у меня был самый дорогой. 20 голды. 30. Короче, давай просто эти 500 голды сверху заплюсую, за это все говно. Меня, ты чё, ну офигел? Что у тебя? Вот, вот. Ну хорошо, сколько это стоит? Ну 200 голды, ну хорошо, наклейки ну, еще вот, раз. Еще калаш ну 500. Стоит. Ну хорошо, добавь 2000. Добавь себе. Ну это очень дешево. Сколько вот это вот фигня стоит? Вот это вот весь шлак мы просто скипаем, тоже добавлять по голды 200, не знаю, 300, 400.
ладно, добавь себе голды, я не знаю. О, это что-то стоит. А, это даже не сотрек. 100 голды еще добавляй. Stone Coldик. 1200. Сколько там уже выходит? 29600. Ой, даже не один Mavic Sport V2. Сколько шлака, сколько говна просто. Главное цена, а ценность. 200 голды, не знаю, но это все в сумме, ну не может быть больше косаря. Давай, ладно, еще косарь тебе добавлю, от души чисто. Сколько USB эти игнатики стоят? 10. Фу, да я даже не хочу это считать. Фу. Просто 500 голды. Че заглатываешь? Шо нахрен? Сидит пальцем и заглатывает. О, боже мой. И какая разница, это же скины, да, всего. Да, знаешь, тебя нужно было звать на ролик, обозревая аккаунты самых бедных ютуберов. Вот там ты бы топ-1 занял. Да, мэнчик, это скины, это фигня. Ну сколько из этого вишлака, блядь? 007, напиши, 007 голды. На это ты рассчитывал или что? Наклейки какие-то, ну это тебе наклейки не в сумме, но голды 20 стоят. О, 400 голды. Хорошо. Еще 700. Ой-ой-ой-ой-ой. Залатали. Ой-ой-ой-ой, 20, 20, 40, 60, 80. Вот эти вот, поскольку вот это они стоят. Уже 300 добавить. Отсосил тракториста. Ну хорошо, ладно. Добавлю. Ну да, смотри, у тебя много чармиков. 500. Ну 500, да, можешь добавить. А, да, Антон, конечно. Можете голды подарить, а? Давай. Я не знаю, я вот листаю. Давай, нет, давай, давай. Тут нет ничего другого. Реально, пишите в комментариях, если подарить Антону нормальный скин для муликов. Нормальный авик. Вот так вот слить. Залутал, изи голды. Ну правда, у меня делал. Один скин стоит дороже. О! О, это о, дешево все. 500. А, 500. Их тут 4 штучки, 2 косаря добавляй. Здесь 500 голды, сколько у тебя их штук? А, 4, еще 2 косаря добавляй. Эти, ну я не знаю, ну просто знаешь, мы уже такое ощущение, как будто мы навоз считаем какое-то говно чисто. Ты зажрался, мэнщик. Боже, ты... давай я тебе просто 500 голды посчитаем, я не хочу это все говно разбирать. А, не, подожди, 50 голды, это 500? Опа. 1000, косарик, нафиг. Уже сколько выходит? 39500, на нафиг. Вот это уже хорошо. Ну хорошо, но в сумме эти все стикеры, ну давай еще 800 голды, я тебе просто от души отрываю эти 800 голды. 10, все, я не хочу, просто избавь меня от этих мучений, добавь себе на опа. Добавь еще вот 2000 за эти все стикеры, ну и то оно там того не стоит. А, это графики, которые дешманские. Ты просто, ну ты знал то, что я тебе приеду, ты прочитал и решил закупить говна себе просто, да? Ну это 1010. Хорошо, но я понял твой рофл, красавчик Антон, больше так никогда не делай. Пиши себе косарь голды и все, и мы на этом расходимся. Ну сколько они стоят? Одну голду! Я сейчас буду считать по одной голде, да? Все, это весь твой аккаунт! Сколько вышло? 43 тысячи, Антон! Мэнчик, это и так дофига надо, и меньше. Какое в жопу дофига? Ну тут половина зрителей аккаунт больше стоит. Ну так я поздравляю, но... Нафиг, как тебе ехал? Лучше бы домой уже ехал прямой. Так, так сейчас... 4 часа утра меня разбудил, захейтил мой аккаунт, еще и выпендривается. Ну ладно, ладно. Ладно, Антон, я поехал, меня уже такси ждет. Я думал, твой аккаунт буду 20 минут обозревать. 10 минут, все, у тебя ничего нет на аккаунте. Реально, вот напишите в комментариях, если подарить Антону какой-то нормальный скин, там, не знаю, Avic Sport V2. Хотя бы что-нибудь, Антон, 43 тысячи, это позорство какое-то. Ты турнир ютубера выигрывал, там, на 50 тысяч голды, по-моему, или сколько? Это весь ответ. Все, пока. Давай, брат. Справляйся здесь сам. Пока. Ну и вали. Ладно, пацаны, это он еще на рынок не зашел, не посмотрел. Как вы думаете, что у меня еще на рынке спрятано? Пишите в комментариях свои догадки. А тогда я нищий. Что ты делаешь? Все, ничего, всем пока. Фух, короче, пацаны, вот такой вот сегодня ролик получился. Пишите, чей аккаунт вам понравился больше всего и какой скин вам тоже понравился больше всего. И не забывайте о том, что 15 тысяч лайков равно новая часть, где я уже куплю абсолютно все аккаунты всех мувимейкеров по Stand of 2. С вами был Рапин, тыкайте на эти два ролика и до скорых встреч, пацаны!